Друзі, привіт усім. Ви дивитесь YouTube канал Ми Україна. Мене звати Вікторія Малосвітна. У ЗМІ пишуть, в очільника Чечні Рамзана Кадирова нова хвороба, і, мовляв, у Кремлі уже готують йому заміну. Чи буде війна на Кавказі? Хто може замінити Кадирова? Про все це поговоримо з моїм гостем Джамбулат Сулейманов, керівник чеченського руху «Єдина сила». Зараз зі мною на прямому зв'язку. Пане Сулейманов, я вас вітаю. Добрий день. Здравствуйте. Отже, для того, щоб пан Сулейманов добре мене розумів, а відтак і наша розмова склалась якнайкраща, я мушу перейти на російську, за що приношу вам, друзі, свої вибачення. Господин Сулейманов, Россия принесла много горя в Украину и украинцам, и вы знаете, что десятки людей ежедневно гибнут, вот уже больше 2 лет полномасштабного вторжения и больше 10 лет войны в Украине, просто за то, что Россия решила прийти в Украину со своим русским миром, просто потому, что так захотел Владимир Путин. Вот почему я извинилась перед нашими зрителями за русский язык. Я также хочу присоединиться к вашим извинениям. Был бы рад говорить на украинском. К сожалению, я его не знаю. И вы не знаете чеченского. Но нам придется пообщаться на вражьем языке, так скажем. И в общем, я присоединяюсь к вашим извинениям. Спасибо украинской аудитории. Итак, говорим о Рамзане Кадырове. В информационном пространстве о болезни Кадырова говорят очень давно. Новая газета «Европа» пишет, что еще в январе 2019 года ему поставили диагноз некроз поджелудочной железы. Потом Кадыров сильно похудел, а в 2023 году он появился на публике, сильно потолстевший, его как будто бы раздуло. Он стал очень медленно говорить, тяжело ходить. После этого появляется видео о том, что он якобы прогуливается по парку и размышляет о пользе пеших прогулок для здоровья. Также была информация, что Кадыров в коме. И вот постоянно после того, как появляется какая-то информация о болезни Кадырова и что он чуть ли не при смерти, вот как сегодня, например, мы сразу же видим ответ в телеграм-каналах якобы от Кадырова о том, что с ним все в порядке. Сегодня мы все видели видео в спортзале, Кадыров занимается, берет гантели по 7, по 14 килограмм, ну, девочки такие гантели в спортзале берут для того, чтобы заниматься. Но это не важно. Все равно он в спортзале, он занимается, остальные спортсмены тоже такой вес поднимают. И якобы все хорошо. Но так ли это на самом деле? Действительно ли состояние здоровья Кадырова значительно ухудшилось? И известно ли вам, какое именно заболевание, возможно, их несколько, убивает Дона? Мне свойственно больше слушать информацию из дома, нежели следить его за публичной деятельностью. И тем не менее, иногда вот проскальзывают в ленте какие-то новостные сообщения, где видно, ну, визуально видно самого Кадырова. И вот то, что увидено, не оставляет никакого сомнения, что человек серьезно болен. Последние видеокадры, которые я увидел где-то, может быть, 3 недели или месяц назад, сейчас не могу точно сказать, но человек был абсолютно, вот видно, что человек болен. У него и взгляд такой, заторможенная речь, замедленные какие-то действия. Вести себя здоровый человек так не может. Ну, я не могу дать как бы врачебный диагноз его действий, но факт, что он болен. Кадыров понимает, что он болен, и понятно, что думает о замене. И логично, что он хотел бы видеть своим преемником человека со своего же клана. Кого готовит и кого именно видит своим преемником? Да, ну, мы были свидетелем также, как шла как бы целая пиар-компания относительно его сына, как он протаскивал его по информационной ленте, награждение и все прочее, продвижение по должностным как бы постам не только одного, а почти всех его детей, они начали усиленно как бы проталкивать детей и дочерей, и сыновей. И это нам показывает, что Кадыров, естественно, хотел бы видеть своим преемником кого-нибудь из своих детей. Также мы помним, что была договоренность между Кадыровым-старшим, то есть дедом нынешних вот, младших Кадыровых, и отцом Рамзана Кадырова между Путиным и старшим Кадыровым была договоренность, что после него его наследует Рамзан Кадыров. К моменту гибели своего отца он еще не был в возрасте, в котором он может занимать пост главы республики. Мы помним вот эту как бы политтехнологию, когда
какое-то время там его занимали, я не знаю, разные лица, и в итоге все-таки он был поставлен на этот пост лично Путина. То есть сегодня мне очевидно, что Кадыров также надеется, что этот пост навечно будет оставаться в руках его семьи, его клана, по крайней мере. А это, учитывая, что в Чечне нет никаких предпосылок, никогда не было ни княжеской, ни царской власти, это противоречит вообще менталитету чеченского народа. Но он надеется, что таким же образом, как ему удалось захватить эту власть при помощи российских силовых структур, что также он ее и держит. Вот здесь мы видим, что вот эта система дает сбой. Его окружение уже грызется, его окружение, ну, давно как бы метили на его место, то есть там есть несколько конкурентов на его должность, а Москва, я уверен, не будет ставить тех, кто туда метит из ближайшего окружения Кадырова, они будут готовить новую фигуру. А почему Москва не заинтересована поставить во главе государства кого-либо из клана Кадырова, который вот так вот верно служит Путину? На мой взгляд, две причины. Первое, что изначально сам процесс, так называемый процесс чеченизации конфликта, то есть мы знаем, что все начиналось с Второй русско-чеченской войны. Опыт Первой российско-чеченской войны показал, что чеченцы, которые проявляют внешнюю лояльность России, они все-таки в сложных ситуациях срабатывают какие-то клановые связи, родственные связи, и они могут помогать партизанам в горах, перевозить оружие для них, медикаменты. Раненых бойцов могут скрывать. То есть им нужно было сломать вот эту систему свой-чужой. И чтобы ее сломать, все-таки Путин решился на этот проект чеченизации. Искались, как бы, для этой задачи подыскивались люди более высокого ранга, такие как такие же предложения поступали самому Масадову, Аслану, президенту Чеченской Республики. И людям высшего ранга из ближайшего окружения президента, это Ваха Арсанов, это Амзат Гилаев, ну и другие лица, ни один из них не согласился. То есть они столкнулись с тем, что чеченские лидеры, невозможно их подкупить и толкнуть на то, чтобы они пошли на предательство. Вот в этой ситуации оказался Кадыров единственной фигурой из, скажем, такой номенклатуры Ичкерии, который там оказался тоже благодаря случаю. Предыдущий муфтий сбежал во время Первой войны в Казахстан. Он был урожденным чеченцем Казахстана, но проявил слабость, сбежал. И его место заменил во время войны уже сам Кадыров-старший. И есть такие предположения, но я даже считаю, что это не предположение, а вполне это вероятно, что он был внедрен в то время. Вот. И когда уже заново понадобилось купить кого-то из идейных чеченских или ичкерийского, как сегодня, ну, как это более узнаваемо, нужно было кого-то подстегнуть к акту предательства, это не удалось. Поэтому вот эта система, она изначально была нацелена только на то, чтобы сломать код свой-чужой, чтобы компрометировать идею независимости. Ну а после выполнения этих задач чеченец во главе Чеченской Республики Кремлю, как говорится, не нужен. Для Кремля более спокойно, если будет обычная система, президент, какой-нибудь губернатор, а в случае Чечни это генерал-губернатор, скорее всего, какой-нибудь военный, который сидит во главе Чеченской Республики. Впрочем, всю предыдущую историю взаимоотношений русских и чеченцев всегда так и было. Чеченцам никогда не позволялось возглавлять собственную республику. Всегда там стоял или этнические русские, ну или какой-нибудь выходец из другой нации, но не чеченец. Поэтому я считаю, что это первая причина того, что, скорее всего, уже сама схема личных взаимоотношений Путина, Кадырова, она себя изжила. И вторая причина, что после путинского, то есть после пригожинского путча, если уже как бы эта схема стала накатанной, Кадыров миллион раз там убеждал, показывал свою лояльность, и, может быть, это как-то уже расслабило Путина, но инцидент с Пригожиным дал ему сигнал, дал понять, что в любой момент вот эта схема может быть ненадежной, что может произойти та же ситуация, что и с Пригожиным. Мне кажется, вот две важные причины, можно назвать, может быть, какие-то еще причины, но две очевидные причины, по которым, мне кажется, что не будут уже искать преемника в окружении самого Кадырова. И вообще сама система взаимоотношений Путин и наместник в Чечне и с чеченцем, она будет сломлена.
СМИ главным претендентом на пост главы Чеченской Республики называют Апти Алаутдинова. Он сейчас возглавляет спецназ «Ахмат», и его уже вовсю пиарят на съездах «Единой России». Кто такой этот Алаутдинов и кем он был до полномасштабного вторжения России в Украину? Ну, этот человек тоже из ближайшего окружения Кадырова. Я не помню подразделение, в котором он служил. Он командовал одним из подразделений, которые сотрудничали с российскими оккупантами и помогали им выслеживать чеченских, командиров чеченских партизанских отрядов. И вот этим он и отличился. Его еще тогда назвали «Аптишка желтой штанишки» за один из известных видеоинцидентов, когда он хотел штурмом взять чеченских бойцов, ему ответили огнем, и он оттуда сбегал, на нем были желтые штаны, как бы. И ну, это послужило как бы знаком того, что он боялся за то, что за себя я делал такие штаны, в общем. Вот такая ирония. И вот можно сказать, если сказать «желтые штанишки», все знают, что речь идет о Апти. У Кадырова в его иерархии, как бы его ближайшего окружения, они себя любят называть командой, там, я не знаю, обоймой, то есть патронами в его кадыровской обойме и другие какие-то эпитеты. Он вот в этом перечне его ближайших соратников, Рамзан его преподносил как историка. Но он рассказывал истории разные, которые не имели научной основы, но тем не менее такие байки для услаждения слуха Кадырова, и он у него историков. Но нужно признать, что у Апти Алаутдинова куда более грамотно поставлена русская речь. Он действительно имеет образование и выглядит намного как бы привлекательнее для русского обывателя, нежели сам Кадыров, который, ну, известный юрист, да, вот он сам себя назвал юристом, известный юрист, академик Российской академии наук. И у них был период разлада. Это тоже как бы долгая история. Была угроза жизни Апти Алаутдинову. После этого его просто помиловали, отпустили. И вот буквально после этих событий началась оккупация, как бы, ну, военное вторжение России в Украину. И вот человек проявил себя там. Неожиданным образом он начал пропагандировать как бы единые истоки исламской религии и православия, что они как бы стоят на одной платформе в противодействии притворным ценностям глобального Запада. И вот в этом его увидели новые хозяева и решили использовать. Сегодня он чем хорош? Я все-таки убежден, что будет иная схема построения, что чеченцам более не позволят руководить собственной республикой. Ну вот в Кремле тоже наблюдают за этой историей со стороны и понимают, что Кадыров может умереть не сегодня, так завтра. Разрабатывает ли в Кремле план? Возможно, он уже готов. И, возможно, он не один. Возможно, это план А, план Б, план С. Вот на момент, если Кадыров умирает сию секунду, сию минуту, сегодня его не стало. Что будет делать Путин дальше? Ну, насколько мы знаем, Путин любит как бы следовать каким-то принципам уголовного мира. Мол, он дал слово отцу, старшему Кадырову, естественно, он его сдержал, поставил его сына. Возможно, есть какие-то договоренности между Кадыровым и Путиным, и если по его системе ценностей, если он считает, что Кадыров как бы был честен и не нарушил, я допускаю, что все-таки будет регентство и передача власти также с детям Кадырова, одному из детей Кадырова, это возможно. Я этот вариант все-таки не исключаю. Но в идеале мы знаем, что для того, чтобы пристегнуть такую окраину, как Чечня, это самую такую неблагонадежную, все-таки им требуется более строгая система управления, а это генерал-губернаторство. Вот, поэтому между выбором, я думаю, что идеальном варианте будет выбор кого-нибудь из нечеченцев. Опять-таки, многие журналисты спрашивают, а возможно ли провозглашение независимости самим Кадыровым, что он понимает, что уже под него копают. Доносились как бы слухи из Чечни, что Кадыров призывал Алаутдинова вернуться в Чечню, понимая, что ему готовят замену в его лице, что его как бы
сегодня пиарит. И, естественно, он уже даже не вправе сам решать, возвращается ему в Чечню или нет. Он уже как бы стал пешкой в этой игре. В этой ситуации, может быть, Кадыров и задумается о каких-то, я не знаю, запасных аэродромах, но тот короткий поводок, на котором он был все эти 20 лет, вряд ли ему позволит это сделать, тем более при его нынешнем здоровье, мне так кажется. Если бы он раньше об этом призадумался бы, возможно, он смог бы себе подготовить такой отходной вариант. Других вариантов я не вижу. То есть отойти там вообще от российского государства не вариант. Возможно, детей его оставят на какой-то период, следуя своему слову и тому, что Кадыров все еще ему лоялен. А куда более вероятно, что будет какой-то переходной период в лице таких, как Абдиалудинов, и итогом всего этого станет генерал-губернаторство русского россиянина Чеченской Республики. А как много у Кадырова врагов и конкурентов? Ведь для них это своеобразное окно возможностей, как для противников Кадырова, так и для врагов Кремля. На заре его правления в республике у него было достаточно много врагов, но самая известная семья Ямадаевых, они также как бы, ну, у них были тоже личные отношения с, как называлась служба, военная разведка ГРУ, не ГУР, как в Украине, кажется, уже я начал подзабывать, а ГРУ, по-моему. Вот это военная разведка, с которой они были в хороших отношениях, то есть как принято говорить, у них была крыша в этой разведке, но в итоге вся эта семья практически была уничтожена. У них там остался из многих братьев один или два брата, которые живы. Это говорит о том, что была сделана жесткая ставка на Кадырова. Все другие его конкуренты, как Мавлади Байсаров, или Байсаев уже, Байсаев, кажется, он тоже был убит в Москве. Братья Убадаев, кстати, один был из них депутатом Госдумы, тоже был убит в Москве. Другой, который возглавлял военное крыло этой семьи, Ямадаев Сулим, был убит в Дубае. То есть, на самом деле, еще на заре своего правления Кадыров расправился со всеми такими яркими своими оппонентами, врагами. И те, кто остались, уже понимали, что они не могут играть в открытую, быть оппонентами такими открытыми. Все эти оппоненты, которые есть, мне кажется, наибольшая опасность стоит в его ближайшем окружении. Эти люди его терпят годами, прикидываются, подлизываются, но мне кажется, зная все его слабости, именно его ближайший круг станет для него наиболее опасным, если в том случае, если что-то будет меняться. Станет ли смерть Кадырова толчком для новой войны или для дестабилизации в регионе? Может, как раз-таки смерть Кадырова, она чревата именно дестабилизацией, которая может в итоге обернуться уже и большой войной. Именно опасение этого сегодня заставляет судорожно думать о механизмах этого перехода, поэтому сегодня быстро начали пиарить Абдиалудинова. То есть такая опасность, она есть. Если Кадыров выстроил свою собственную вертикаль в Чечне, там все как бы налажено, то с его уходом фигуры, которые способны его заменить в таком же качестве, ее просто на горизонте не видно. Если действительно это приведет к дестабилизации. В каких точках Кавказа могут вспыхнуть самые яркие протесты? Вот эксперты, к примеру, пишут, что ситуация может обостриться в Дагестане, который сейчас сдерживает от протестов вот только страх перед кадыровцами. Так ли это? Ну, самые такие нестабильные регионы для России, или же, скажем, самые такие потенциальные претенденты на самостоятельность и независимость, это вслед за Чечней, Чечня и Ингушетия. И раньше были проекты, которые российские эксперты, они видели, что в этих республиках до 99% и как минимум 98% именно кавказского местного населения, то есть российского населения там 1-2%, это само по себе как бы фактор того, что не удастся долго удерживать эти три республики. Они, во-первых, скучены, они как бы опираются друг на друга, эти три республики. Сильны в этих республиках тенденции, как они говорят, к сепаратизму. На самом деле это национально-освободительное движение. Исходят эти импульсы из Чечни, но они прежде всего касаются вот этих двух республик. И сегодня мы видим, как идут процессы
Ну и за рубежом, и в самой, мы видели недавно события в самой Ингушетии, в Дагестане, протестные акции. Но заявлено о создании Конгресса Ингушской независимости, есть дагестанские организации. То есть мы видим, как активно идут процессы в этих республиках. Естественно, весь этот северо-западный Кавказ, то есть северо-восточный, извиняюсь, северо-восточный Кавказ, это первый претендент на то, что какие-то процессы начнутся именно с этого региона. А что, Ичкерия, там что-то может измениться после смерти Кадырова? Возможно ли там протесты? Ну, Чечня, можно его сравнить с человеком, который находится в коме. При этом потенциал Чечни огромный. Чеченцы не раз в истории доказывали, и в ближайшие, отдаленные, что на что они способны. То есть чеченцы – это именно те кавказцы, которые способны на долгую затяжную войну. Но им прежде всего придется как-то отходить от той комы, в которую она впала под правлением Кадырова. Такой пресс, который сегодня существует над чеченцами в Чечне, его нету нигде практически в России. Поэтому нельзя сказать, что человек, лежавший вчера в коме, сейчас выскочит, покажет там спортивные результаты. Я думаю, что чеченцам понадобится какой-то тоже период, чтобы на всю мощь показать свои возможности. И тогда, да, скорее всего, Чечня не будет первой вот в этих событиях, но она, когда развернется, то есть она все-таки наверстает, мне кажется, и станет опять, как это и обычно, лидером национально-освободительного движения или сопротивления российским оккупационным властям на Северном Кавказе. Мы знаем, что среди кавказских народов издревле существуют такие пословицы, поговорки, что пока горят огни в Чечне, Кавказ жил. То есть всегда было такое, ориентир на Чечню всегда был среди кавказских народов. Как смерть Кадырова повлияет на стабильность путинского режима в Чечне и в России вообще? Естественно, если Путин потеряет как бы опору на Кадырова, ну, рухнет один из его важных столпов, его вертикали, его вертикальной, то есть власти вертикали. Мы помним, что он восходил на Олимп своей власти именно через войну в Чечне, через, как он говорил, усмирение Чечни и вставание России с колен. То есть эти процессы, они взаимосвязаны. Можно сказать, что Чечня – это такой краеугольный камень его власти, его вертикальной власти. Если выпадет вот этот камень краеугольный, естественно, она сильно пошатнется, путинская власть. Это очень сильно скажется на его власти. В этом я уверен. А сможет ли Кремль гарантировать безопасность новому главе Чечни? И где Кремль возьмет войска для удержания власти, если все они в Украине? Ну, я склонен думать, что ничего случайного не бывает. То есть, если что-то свойственно определенной власти или властной системе, то есть, если что-то свойственно российскому имперскому началу, то оно будет в нем проявляться всегда. И мы видим, что даже когда была Крымская война в 19 веке, как говорится, весь Запад гурьбой навалился на Россию, но при этом войска из Чечни не были и тогда выведены. Там, да, некоторые части сняли, но сохранялось огромное количество войск на Кавказе, опасаясь за этот регион. Я не знаю, с чем это связано, но опасение за Кавказский регион всегда было велико в Российской империи. И мы сейчас видим, что несмотря на тяжелейшие боевые, как бы, на тяжелейшую войну в Украине, до сих пор в Чечне войска не снимаются. Они сняты практически везде. И последний, вот мы слышали, что с Карабаха тоже сняли, вывели войска, но в Чечне они не выводятся. Я думаю, что Путин не решится на то, чтобы как-то ослабить присутствие России на Кавказе, и в частности Чечне, что он будет поддерживать до конца тех, кто придет на смену Кадырову. Что в этом скроется вот, как бы его смерть, смерть его политического режима. Господин Сулейманов, а сколько сейчас кадыровских войск в Украине? Вам известна эта цифра? Как они оснащены? Что можно сказать об уровне их подготовки, о профессионализме? Или это все же ТикТок войска?
Ну, уже не раз отмечал, что боевых особых качеств нет. Ими кадыровские подразделения не отличаются. Все, что мы видели до начала войны, это все-таки был пиар. Высадка там, я не знаю, в каких-то северных широтах. Соревнования в Иордании, где выигрывал все время спецназ. Или же мы помним, как в Ростове-на-Дону тоже они позорились тем, что на машине подвозили при сдаче нормативу. Краповый берет. То есть все эти были какие-то ляпы, но война в Украине, она просто выявила, что это на самом деле тиктоковские войска. Боевых качеств нет. То, что они умеют, это наводить, то есть в самой Чечне, они, зная чеченцев, зная схронный партизан, наводили российские войска, подсыпали яды, мучили пленных. Естественно, и сегодня в Украине им отводятся такие функции, надзиратели, загранотряд. Известны последние кадры, когда избивается российский солдат бойцами из подразделения Ахмат-сила. Вот, таковы их функции. Насчет количества, оно менялось, там были разные периоды. Нужно учитывать, что это уже Ахмат-полк, он стал уже, подразделение Ахмат стало больше таким, как это говорится, ну, брендом, нежели таким чеченским подразделением. 75% до 80% личного состава в нем не чеченцы. Но, естественно, традиции, которые изначально были заложены кадыровцами, они превалируют, и мораль их нет. То есть, на самом деле, отсутствие морали, это все превалирует, то есть все это есть. Количество, может быть, вот я насколько слушал, цифры, ну, одновременно, без ротации, может быть, до 3000 человек, не более. Кадыровцы сейчас только в Украине или они еще где-то есть? Кроме Чечни, конечно. Конечно, кроме Чечни они только в Украине. В других регионах они когда-то присутствовали на Сирийском театре военного действия. Ну, и оттуда сняли, они там были недолго. Сегодня только в Украине, насколько мне известно. Господин Сулейманов, давайте представим ситуацию. Кадыров умирает, на Кавказе пылает. Что будет делать в этой ситуации Путин? Заберет ли он свои войска из Украины? Ну, я считаю, что если дестабилизация в Чечне и на Кавказе станет угрожающей, он будет вытягивать войска с украинского фронта. Я даже в этом уверен. А что будет с войсками Кадырова, кадыровцами, после смерти Дона? Но если со смертью Кадырова, однозначно, что мы видим, что пригожинские подразделения, вот ЧВК «Вагнер», то, что от него осталось, их переподчинили сегодня этим подразделениям «Ахмат». Естественно, при смерти Кадырова эти же войска будут переподчиняться каким-то другим военным ведомствам России. То есть могут быть случаи дезертирства. И именно этнические чеченцы могут сбегать в Чечню при случае Кадырова. Им и так там никаких идейных обоснований нет оставаться. Есть, может быть, угроза смерти, угроза семье или какие-то, может быть, меркантильные интересы ради каких-то должностных должностей или же те крохи, которые им там, за которые они готовы умирать, я не знаю. Но если что-то случится с Кадыровым, я думаю, просто оттуда вытянут эти войска и над ними возьмут контроль, чтобы не произошло ничего такого, что может пошатнуть путинский режим в Чечне, чтобы они не вернулись и начались какие-то непредсказуемые процессы. Естественно, уже на месте там есть войска, как я говорил. Если же даже эти войска не смогут удерживать ситуацию под контролем, то я уверен, что хотя бы в небольшом количестве все-таки будут вытягиваться войска из Украины, чтобы стабилизировать вот ситуацию в Чечне. Чечня, как показывает история, еще раз повторюсь, всегда было, что этот регион почему-то считался важным для России. Они его называют Южным Кадрющем. Я не знаю, в чем смысл. Мне кажется, это абсолютно нелогично, но так было всегда, мне кажется, будет теперь. Дмитрий Кадыров умирает. Как думаете, как долго в Кремле смогут скрывать его смерть? Эти технологии уже ими обладают в Кремле. Они смогут, по крайней мере, ну, несколько недель смогут скрывать, до месяца смогут скрывать, но не более. Если вдруг начнутся какие-то события на Кавказе, то это не будут такие события, которые, скажем, сегодня начались, там через какое-то время успокоились. Тем более, если начнут в Чечне,
эти события будут иметь продолжение, и они будут такими, которые все-таки повернут ситуацию как-то кардинально. Господин Сулейманов, спасибо вам огромное, что вы присоединились к нашему ефіру. Спасибо вам за ваші коментарі. Нашим глядачам я нагадаю, що гостем мого прямого ефіру був Джамбулат Сулейманов, керівник чеченського руху «Єдина сила». Друзі, традиційно дякую вам за те, що ви долучаєтеся до наших ефірів на YouTube-каналі «Ми Україна». Дякуємо вам за ваші реакції, за лайки, підписки, коментарі. А якщо ви ще досі не підписалися, будь ласка, зробіть це. Так ви підтримуєте YouTube-канал «Ми Україна». Бережіть себе і до нових зустрічей. До нових зустрічей. Дякую.